тащить, а модно рэп. Йоу, пойду потрусь диджеем. Йоу, диджей, камон. Да. Чё за пластинка у тебя играет? Это грув. А ты можешь поставить что-нибудь другое? Рэп, например. Йоу. А что ты имеешь в виду по словам рэп или йоу? Ну, децл. Ну, децл. А можно с хелии начать, пожалуйста? Пожалуйста, с хелии. Стартуем, а потом уже примасы все. Хелию, бля, давай. Давай, бля, хелию, бля. Бля, хелию, бля, давай, бля. Сука, падва. Ну, падва ж, сука ты. Ну, сука ж ты, падва, сука. Хелию давай, ну. Ёбаный ты в рот этого казино, блядь. Ну что такое? Ну что такое? Посмотрите. Роман, книги сейчас какие-нибудь читаешь? Я на Кинга подсел. Нет, прям книги-книги я уже давненько не читал, кстати. Я уже не помню, когда я последний раз именно читал книгу-книгу. Да ёб твою мать. Контроль, да ладно. Думаешь? Тебе как-то намекнул Ринатал в его колоде? Сейчас, если прям не 100 дека, я... Косолап, я тоже устаю от постоянного потока короткой информации, но меня это не останавливает. Лолиты нет в школьной программе. Сорвалось. Зато там есть ёбаная поднятая целина. Без хелия вообще не работает, да? Даже не намек без хелия. Тебе нужна моя помощь?
Как договаривались. Спасибо за нюцы в личку. Спасибо большое, Владимир, спасибо. Давай время с тобой какое-то прикинем. Владимир меня сегодня, знаете, на что подбил? Он сегодня подбил на то, чтобы играть в Tarris Land. Есть контакт. Давай еще часик поиграем. Или даже часика полтора. Ты мне скинешь свой логин и пароль. Я залогинюсь и погнали в Tarris Land. Знаешь, сегодня Tarris Land, пацаны. Спасибо большое. Ну и нюцы, конечно, да. Даже без нюцев-то. Так, ну Хелю я раскопал, конечно. Сейчас стопудов примеса убьют, но хоть какой-то прогресс. Я на 31 карта у него. Еще долго надо держаться, чтобы он там закрутился. Ну мы сейчас ему все в лицо засадим. Погоди, а ты что, меня этого что ли не убьешь? О, братан, так это сейчас чумут найдешь. Сейчас ты хапнешь, горя. Это ты, братан, не прав. Только карты, смотри, не может примус убить. Блять, он до хели топ дек ничего не гучу. Так, ну ладно, жрем этого говнюка. Все равно, ну, ты не жилец. Spending money. Не надо пихать ему чуму на все деньги. Чуму на все деньги, чтобы он это декал. Ну, колода у него очень большая. Огромная колодища просто. Тут на Вову на стриме было мало, теперь мы смотреть на дешевую копию Вова. А ренки будет сегодня? Вообще я хочу сегодня Лего взять. Настроен на Лего. Но до Леги еще прилично. Еще побед 5-6 надо где-то взять. Если я правильно понимаю систему рангов. Либо 5-6, либо там еще целый ранг. Ты что, опять меня не убил этого чувака? Да ты издеваешься. Ты так проиграешь, братан. Хуйня, конечно. Это полная хуйня. Это недоразумение. Мы все равно чему-то задушим, поэтому на всякий случай буду счесть стол. Да я думал, сейчас трупов накопит, даст какой-нибудь взрыв трупов, стол зачистит. Сейчас стол пустой, надо на чуму играть, все на чуму. Вот это надо спиздить его, примас. Наконец-то примаса смог убить. Чума, 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 еще чума, больше чумы. Надо еще свою хилю поднять. Бля, он не может стол зачистить, что с ним не так? Что с тобой не так? Ты что, проиграешь сейчас, братан, ты че? Так нельзя. Капец, у него дека тяжелая. Чумка, чумка, чума, давай больше чумы. Хелия, стоп дека, пожалуйста, вторая хелия, нужна чума. Ебать. Так, что там за билки? Может мы тебя спиздим? Щупальца хаоса. Ну, звучит неплохо. Давай щупальца хаоса спиздим. Хорошо, Володька, договорились. Ну что, поехали.
Ебать. Я пока музыку на паузу поставлю, может, немножко запишем что-нибудь интересное. Этот матч был бы интересен, кстати. А начиналось все очень плохо, прям проигрывали. Так, вот дыха это опасненько. Дыха это можно и проиграть случайно. Тут два варианта. Либо оставляем обе эти карты в надежде, что он не убьет заводчика перед этим. Либо мулиганимся. Ну давай, давай рискнем. Давай рискнем, может нам повезет. Вдруг фортанет прямо. С первым ходом, конечно, было бы лучше. Ну зато курва, смотри. Раз, два, три, четыре. Ну курва для первого хода. Курва, курва. Первый ход курва. Нет, с первым ходом просто царь дальше было бы. Адово царь дальше. Раз, два, три, четыре. Он бы там охерел. Нет, куплутал. Неплохо, неплохо. Лучшая карта. Вот это не своевременно топ-дек. Я не против сейчас с топ-дека сыграть Хелию с монетки. Хелия всегда в кассу. Чем раньше, тем в кассе. Твою мать. Ноги какие-то дебильные. Ну, 2-5, мне кажется, он пробьет все-таки. Надежды мало. Давай вот так и вот так. Ну, пробьет, значит, пробьет, значит. Такова судьба. На нахер тебе, рановато. В любом случае, сейчас будем набивать труп, а потом ребрат, если это... ДХ на ногах, надо его топить. Надо навалить на стол, вряд ли у меня прям зачистки есть такие жесткие. Сука. Сука. Ты чё делаешь? Ты чё делаешь? Случайному же. Ну случайному, ты чё? Ёб твою мать, ты с ума сошёл? Нихуя себе случайному. Вот это, блядь, случайности не случайные. Ну всё, убиваю с руки и атака на два. Вот говноед. И это говно ещё не пробить. У меня сейчас со стола нечем забрать. Твою мать! Блядь, жопа горит. Чё, он в лицо идет? Чё он делает? Почему в лицо? А чё он не убил 2-3? Он не боится 2-3? Ой, дурачок. Ой, дурачок. Ой, дурачок. Дурачок ты, дурачок. На. Эту хуйню тебе чё заберу, дебила кусок. Развлекайся, братан. Господи, он же мог убить моего этого, заводчика. Чё он сделал? Трупов теперь пизделен. Один пизделен. Ага, еще одна хуйня такая. Хорошая карта, хорошая. Три раза направо, значит налево. Чувак сам себе залил катку. Просто сам себе залил катку, когда мог убить петуха, но решил не убивать петуха. Несерьезный челик. Груф, у тебя было такое? Думаешь, выйдет только воздух, а выходит жидкое? Это ты стримера перепутал. Илья стримит по соседству. Можешь у него спросить. Эта дека, ее слабость в том, что она очень сильно зависит от сдачи. Когда сдаешь себе хорошую сдачу, ну там с Хелией, там с нормальным стартом, она крайне сильна, она просто невероятно сильна. Когда сдача плохая, ну прям
Такая хуйня, не дэп, если честно. Так сильно от старта зависит. Это раздражает, что она такая сдача зависимая. С другой стороны, чем дека быстрее, тем больше она сдача зависимая. Варлоки, кстати, очень опасные оппоненты, очень. Чаще им проигрываешь. Ну. Ну, судя по началу, мы зальем, потому что он сейчас отобьется, потом поставит ворота, да, вот эти ворота ставят, потом навалит жиробасов, жиробасов я не убью, и вот так мы проиграем. Все к этому идет, поэтому не знаю, что и сказать. Надо турбохелию сразу себе сдавать мгновенно. Что лагает почему-то? Не знаю, почему лагает Харстон. Так, ну смотри, он уже урода сейчас не навалил, это уже кое-что. Хотя вот это не очень приятно. Тут все равно помрет, конечно. Как и нынешние арты в ХС. Ну, по-разному, они же разные. Как и раньше, есть удачно, есть неудачно, на мой взгляд. Несколько артов в новом сете мне прям очень понравились. Странно, что он так дешево отдал эхо и копию. Видимо, там в руке совсем плохо дело, раз он отчаянно так отбивается. Так бы ему эхо на примаса бы пригодилось, конечно. Или на великана. Может, ты вылетишь? Может, просто полетать, я быстро легенду возьму и буду расслабленно играть? Полина, ты взяла легенду рандомной декой, которую тебе предложили, потому что очень сильный игрок. Как тебе такой вариант? Давай-давай, пропусти ход, давай. Привет, Варь. Ну давай-давай-давай-давай. Передай. У тебя тоже лагает, у меня лагает, у тебя лагает, все честно. Ах ты, собак ты. Ебучего Саргераса меня тащит. Ебучего Саргераса меня тащит. К бабке не ходи. Жопой чую, Саргерас. Вот ты, сука, конечно, и примуса мне отложил. Тут дыки дебильная. Ну ты, блядь, гад, конечно. Лучше ты завис, конечно. Сука. Ах ты, сука, и там же лайфстил двойной. Сейчас придется его еще на 6 покормить. Короче, проиграли, тут понятно. Хотя, вот этот топ-дек может нас выручить. Если там сходу хелия, еще может через хелию покрутимся. Но вообще, конечно, что-то так отхилился и ману спиздилось. Он сейчас Аргера составит, мы, наверное, не успеем в любом случае. Я даже примаса на Саргерас не смогу поставить из-за этого. Возможно, великана придется отдавать сразу. Какой-то влиятельный художник, чуть ли не отец-основатель из близов недавнего шоу. Адольф, что ли?
Да, мне кажется, художничество сейчас, ну, такое огромное количество художников самых разных. Сейчас нейросети так ебашат. Мне кажется, сейчас вообще не проблема. Нахер еще кому-то кормить художников, если можно через нейросеть рисовать? Если бы я был главой Blizzard, я бы сегодня сказал бы своим художникам: чуваки, могу вам предложить смену в пятерочке охранника. Не нравится? Пиздуйте. Да хватит воровать ману, пидорас! Сука, блядь, ворует и ворует, шакал ебаный! Куда тебе столько маны, дебила, блядь, кусок? Держит меня тут на подсосе. Вот мудень, а? Ебать. Пидор усатый. Где чума, блядь, халявная, блядь? Где хеля ебаная, чтоб эти, блядь, за бесплатно, блядь, выскакивали, блядь, что, блядь? Хеля ебаная где, блядь? Бан, бла, 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 бла. Опять ты? Как дела? Как последние 3 месяца ВК-резервация? ВК-резервация отлично. ВК-резервация прям топчик. Ебать, он еще и награда. Да положил ее, она, сучка, не приходит. Тупая хиля. Слышь, ты охуел? Нет, ну ты скажи, ты охуел, да или нет? Да, ответь на вопрос! Охуел или нет? Что происходит? Мышку громко слышать стало. Странно. Что, серьезно, мышку слышите? Не, ну она ближе к микрофону, но ее не должно быть слышно вообще. Ноль мышки должно быть. Пятак ничего это. Ром пытается наумить старая колода играть. Ну, сейчас старая колода как раз эффективнее, чем раньше даже. Она эффективна, что пиздец. Детеныш Наги. Щелчки слышите? Серьезно? Это очень странно. Это прям крайне странно. Ну, я прям сейчас на ходу вряд ли пофикшу, но к следующему стриму попробую починить. Не знаю, в чем дело. Так, ну победили каким-то чудом. А вы слышите мышку только когда я говорю, или когда я не говорю, вы слышите тоже? Вот смотрите, сейчас я говорю и кликаю, а сейчас я буду просто кликать. Блин, ну здесь микрофону так удобно сбоку, я так не хочу его никуда перетаскивать. Там все сразу, весь пасьянс накроется. У меня так идеально сбоку, все идеально. А я напоминаю, что у меня есть финансовый чат в Телеграме, там обсуждаем финансы, инвестиции, все, что связано с деньгами. Если хотите пообщаться на эти темы, задать какие-то вопросы, спросить совета, приходите. Ссылка под роликом.